Здравствуйте, дорогие друзья. Мы делаем наш очередной репортаж Гештальт ТВ из Парижа, рядом с Парижской школой Гештальта. Но на этот раз мы делаем этот репортаж по грустному поводу. Сегодня 9 ноября 2012 года, а 2 ноября умерла Анна Гингер, жена Сержа Гингера. Буквально практически в тот же день, что год назад умер Серж Гингер. Грустное событие. Сегодня похороны Анны Гингер. Я планировал делать интервью с ней, планировал делать очередной репортаж, надеялся с ней встретиться, но такое грустное событие случилось, и этого репортажа, к сожалению, интервью с Анной не получилось. Можно много, долго о ней говорить, и в каком смысле она была, как и Серж Гингер, так и Анна Гингер были родителями многих гештальт-терапевтов. И сегодня умерла, можно сказать, мама для многих профессионалов гештальт-терапии. Я смогу вам показать интервью, сделанное с Анной в 2006 году, редкий репортаж, который многие не видели с титрами. Надеюсь, такое, что тех, кто ее не знает, сможет рассказать кое-что об Анне. От себя скажу, что и Серж, и Анна Гингер, наверное, были первыми, которые написали учебник по гештальт-терапии, который был переведен на русский язык. И многие по этому учебнику учились, учатся до сих пор. Смотрите старую запись. И всего доброго. Nous avons tous besoin les uns des autres. Je ne suis pas la première à avoir dit ça, mais même si je suis la 100 000e, c'est une chose extrêmement importante, parce qu'on voit beaucoup en thérapie, les gens disent « il faudrait quand même que j'y arrive tout seul, il faudrait que j'y arrive toute seule ». Chaque fois, je réponds non, et c'est une conviction profonde pour moi. L'être humain est un être social, il est fait pour vivre en société, donc pour dépendre des autres et que les autres dépendent de lui. Je me centre sur mes élèves. Le message le plus important que j'ai toujours eu envie de leur passer, que j'ai essayé de leur faire passer, de leur dire avec beaucoup de force, c'est, en toute modestie, c'est le message de la pitié de Delphes. Sur le fronton à Delphes, il y a le message de la pitié qui est « Je ne cache rien, je ne montre rien, je fais signe ».